Всем привет! С Алиэкспресс пришла вот такая маленькая посылка, я уже распаковал ее. Это четырехъядерный процессор Xeon E5540. Шла посылка 17 дней, довольно быстро. Покупал я за где-то $8, в рублях заплатил 540 рублей. Продавец упаковал нормально. Ну, четырехъядерный, 8 потоков. Сокет 1366 довольно редкий, но сборка выходит дешевая. Потому что материнку я тоже на Алиэкспресс заказал под этот сокет. Где-то она в 1006 в пути. Как придется, беру компьютер и сделаю видеотест. Так, ссылки на процессор и материнскую плату под видео в описании. Кому надо, переходить, смотрите. Также в описании ссылка на видеотест в играх этого процессора и сравнение с процессором i7. Ну, всем удачи, подписывайтесь на канал. Пока-пока.